Здравствуйте! В данном видео мы продемонстрируем работу подавителя сотовой связи и всего диапазона мобильного интернета Scorpion 5XL Internet. Но вначале давайте рассмотрим элементы управления данным устройством. На торцевой панели устройства расположена клавиша включения-выключения прибора. На нижней панели подавителя, рядом со входом для адаптера питания от сети, находится 5 переключателей, каждый из которых отвечает за включение своей частоты подавления. Первый переключатель переводит устройство в режим подавления LTE 4G. Второй переключатель отвечает за включение режима подавления частоты GSM 900. Третий переключатель переводит устройство в режим подавления частоты 3G 2100 МГц. Четвертый переключатель отвечает за генерацию помех устройством на частоте GSM 1800 МГц. И пятый переключатель переводит устройство в режим подавления 4G Mobile. В данной ситуации мы будем давить частоты GSM, 3G, частоту мобильного интернета 4G Mobile при помощи данного подавителя и мобильного телефона. Для частоты эксперимента я предлагаю совершить звонок в службу абонентской поддержки и убедиться, что связь у нас есть. Набираем телефон абонентской службы. Связь с абонентской службой установлена, виртуальный помощник сообщила нам, что рада нас слышать. Мы тоже рады ее, конечно, слышать. А теперь давайте попробуем выйти в интернет. Наш телефон подключен к интернету. Открываем браузер. И заходим на сайт. Страница полностью прогрузилась, связь с интернетом у нас есть. На нижней панели устройства переводим все 5 переключателей в режим ON. Теперь подавитель готов к подавлению частот GSM, 3G, 4G LTE и 4G Mobile. Напомню, клавиша включения-выключения устройства находится на торцевой панели. Включаем подавитель. Светоиндикация показывает нам, что подавление частот включено. Теперь снова делаем вызов в службу абонентской поддержки. На телефоне видно, что индикация сотовой сети уже пропадает. Я полагаю, что ждать нет смысла, сотовая связь у нас отсутствует. А теперь давайте попробуем соединиться с мобильным интернетом и выйти на сайт. Набираем адрес интересующего нас сайта и пробуем выйти в интернет. Как мы можем убедиться, индикация связи с интернетом у нас пропала и сайт невозможно загрузить. Подавитель Scorpion 5XL Internet полностью доказал свою эффективность. Данное устройство имеет весьма компактные размеры, которые, несомненно, позволят брать его с собой на деловые встречи или же деловые поездки и максимально обезопасить себя от утечки важной конфиденциальной информации.